школа. Озвучьте вашу фамилию, возможно, мы скоро ее услышим, и ваша школа будет популярна, известна и станет номер один в нашей стране. Меня зовут Тулеева Алина. Будем следить за развитием вашей онлайн-школы. А сколько учеников в ней? Пока что мало, я ее создала летом, но 15 человек есть. Какие планы? Наполеоновские, если честно. А какое у вас свое образование? Вы где учитесь? Я сейчас учусь в Высшей школе экономики на политологии. И вы планируете, что это станет вашей деятельностью, когда вы закончите? Или это временное занятие, а вы все-таки пойдете в другую профессию и будете заниматься чем-то другим? Я думаю, что жизнь покажет. Я попробую совмещать разные дела. В политику, например? Отчасти.